Рад быть с вами снова. Наш сегодняшний выпуск называется «Небесные битвы и земные последствия». За последние несколько месяцев все мы прошли ускоренный курс вирусологии. Нам рассказали, что то, что мы не видим, может влиять на мир. Это закрыло наши школы, бизнес, повлияло на многие церкви, поменяло то, как мы взаимодействуем друг с другом. Мы не уверены в том, можем ли мы жать руки, мы не хотим никого обнимать, мы носим маски и делаем множество странных вещей из-за чего-то, что мы не видим. Библия говорит нам, что невидимый мир дал начало видимому. Но почему-то мы в это не верим. Мы думаем, что нужно оставлять мозги за дверями, чтобы верить в духовные вещи. Если вы верите в вирус, который изменил вашу жизнь, не видя его, то почему вы не верите в вечного Бога-Творца, который создал небо и землю? Мы должны жить в материальном мире так, чтобы быть готовыми к вечному, невидимому миру нашего Господа и Царя. Небесные битвы и земные последствия — это не вымысел, а реальность нашей духовной жизни. Доставайте свою Библию, блокнот, открывайте свое сердце. Я верю, что у Бога есть что-то для вас. Если упростить, то суть христианства в свободе. Иисус не пришел, чтобы поработить вас, ограничить, унизить вас. Суть христианства в свободе. В послании к Галатам сказано: «Стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства». Тут говорится о том, что можно пережить свободу во Христе, но потерять ее из-за того, что мы не были внимательны или бдительны. Свобода не бывает дешевой. Она не дешевка как духовно, так и телесно. За нашу свободу американцев заплачено кровью мужчин и женщин. Точно так же за нашу свободу как последователей Христа заплачено кровью Иисуса из Назарета. Пренебрегать свободой — это не просто тратить свою жизнь, но и жизни тех, кто пошел на жертву ради меня, чтобы дать этот бесценный дар. Это недопустимо. Я хочу сказать вам, что то, что происходит на земле, важно для Бога. Творцу неба и земли не безразлично, что происходит на земле. Думаю, можно сказать, что у него есть интерес дизайнера, дизайнерский надсмотр. Несколько дней назад архитектор, который работал с нами над зданиями церкви, приехал, чтобы посмотреть, как выглядит открытый зал. Он смотрел нас в интернете во время локдауна, а потом приехал в Мёрфисборо. Когда он идет по церкви, то видит ее не так, как вы. Он видел каждый угол еще до того, как мы увидели его вкладки. И Бог также смотрит на нас, как дизайнер. Он понимает наш мир лучше нас. Вам не нужно объяснять Богу, как работает творение. Наша окружающая среда — это его замысел. Он дал нам ответственность следить. Но мы не можем следить за окружающей средой, если мы не следим за Божьими принципами и истинами. Если мы держимся больше за Его творение, чем за Его истину, мы идолопоклонники, и нам не видать Его благословений в нашей роли управляющих. Божий интерес к земле сфокусирован на людях. Человечество находится в центре Божьего плана. Мы — главное достижение Его творения. Мы не просто высшая ступень эволюционной лестницы. Вы должны понимать, что это обман. Это совсем не то, что отличает человечество от всех остальных сотворенных существ. Это не так. Бог вдохнул свой дух в человечество. Вы занимаете уникальное место в вечном плане Божьем. Галатам 4:4. Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего, который родился от жены, подчинился закону. Это не просто риторика. Бог послал Своего Сына, чтобы Он стал одним из нас. Воплощение. Всемогущий Бог, Творец неба и земли, был готов отождествить Себя с человечеством для времени и вечности. Это значительное событие в искупительной истории Писания. Евреям 1 глава 5 стих. «Ибо кому, когда из ангелов сказал Бог, ты сын мой?» Треть ангелов взбунтовалась. Они потеряли свое место на небе. В Писании не говорится, что есть какой-то план искупления для ангелов, которые взбунтовались против Бога. А когда мы взбунтовались против Бога, Он создал план искупления, который требовал,
чтобы его Сын отождествился с нами в вечности. Ибо кому, когда из ангелов сказал Бог: «Ты сын мой, я ныне родил тебя». И еще: «Я буду ему отцом, и он будет мне сыном». И когда Бог привел своего сына в мир, он сказал: «Пусть все ангелы поклонятся ему». Человечество находится в центре Божьих планов. Вот почему нам говорят, чтобы мы относились друг к другу с уважением. Мы носим образ всемогущего Бога. Мы не можем относиться друг к другу без уважения, не уважать человеческую жизнь, молодых и пожилых. Мы не можем относиться к людям без уважения и считать, что мы почитаем Бога. Иисус на кресте приобрел победу для всего человечества. Это то, что мы не могли сделать сами. Мы преуменьшаем значение этого. Мы говорим об этом как о билете на небо. А потом мы спорим о том, творит Бог чудеса или нет. Он до сих пор исцеляет? А прощает ли Он наши грехи? Люди говорят: «Пастор, я не уверен, что Бог может простить меня». Я пытаюсь отвечать нежно: «Вы что, настолько уникальны, что крови Иисуса недостаточно для вас? Вам нужен уникальный ответ? Я уверен, что вы не нечестивее меня. Я верю, что крови Иисуса достаточно». Если послушать разговор прихожан, то можно увидеть, что мы описываем духовный конфликт как перетягивание каната между добром и злом. Бог силен, сатана силен. Бог всемогущ, сатана всемогущ. У Бога есть ангелы, у сатаны есть демоны. У Бога есть план, у сатаны есть план. Можно подумать, что борьба идет на равных, и исход неизвестен. Чепуха все это. Иисус Христос одержал полную и вечную победу для человечества через свои искупительные дела на кресте. Наша жизнь — это ответ на все это. Мы хотим стоять за Него. Да, я принадлежу Иисусу. Да, Иисус — Господь моей жизни. Разве ты не хочешь узнать Его? Нет, я не идеальный. Я в процессе. Радостная новость состоит в том, что Он также примет твою разбитую душу в процессе, если ты готов назвать Иисуса Господом. 1 Коринфянам 2 глава 8 стих, «Который никто из властей века сего не познал, ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы». Они не отправили бы Иисуса на крест, если бы сатана понимал последствия этого. Я уверяю вас, что когда сотник поднял руку, чтобы прибить его запястье гвоздями, демоны праздновали. Как думаете, что происходило на небесах, если в ночь рождение Иисуса ангелы заполнили небеса над Вифлеемом радостными песнями, то в Страстную пятницу их тон был иным. Согласны? Они сделали бы все иначе, если бы знали. В первом послании Иоанна, 4 главе 4 стихе сказано: «Тот, кто в вас, больше того, кто в мире». Больше всего нечистого и нет такого искушения, которое бы великая сила внутри вас не могла бы помочь вам преодолеть. Хорошо знать об этом, ведь когда вы сталкиваетесь с искушениями, они кажутся реальными. И наша реакция должна звучать так: «Я выбираю почтить Иисуса». Первое послание Коринфянам, 15 глава, 57 стих. «Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом». Аллилуйя! Наша история — история победы. Мы живем в падшем мире. Мы живем в мире, где существует зло, но Дух, который работает в нас, это тот же Дух, что воскресил Иисуса. Нам дали задание стоять, противостоять дьяволу и его планам. Не своими силами, не своей мудростью и организованностью, не своей праведностью или добротой. Мы в процессе. Каждый день мы учимся, как говорить «нет» нечестию и «да» благочестию. Я хочу уделить оставшееся время применению всего этого. Я хочу отправить вас отсюда с заданием на неделю. Недостаточно знать о Боге.
Вам была дана духовная власть. И когда вы используете свои слова, мысли и сердце для того, чтобы выражать то, что говорит Бог, вы высвобождаете нечто. Мы слишком долго молчали. Я не хочу, чтобы вы злились или бушевали. Я хочу, чтобы вы знали о духовной власти, которая была доверена вам. Я хочу, чтобы мы стояли с новой властью, новой смелостью. Вопрос не в нас. Именно несмотря на нас, мы потрескавшиеся сосуды, через которые является сила Божия, и нам стоит знать об этом. Я взял два провозглашения с двух точек зрения. Первое касается Божьей защиты в нашей жизни. Мы проходим сезон беспрецедентного страха. Никогда в своей жизни я не видел, чтобы страх культивировали так намеренно, сознательно и обманчиво, как за последний год. И он не лился из одного источника или одной темы. Их было множество, но это повлияло на нас. Это затронуло нас. Даже если вы продолжали жить, какой бы ни была ваша реакция, то количество посланий, которые мы видели, не могло не повлиять на нас. Мы должны вернуть баланс, поняв, что Бог говорит о нас. И после этого мы должны начать провозглашать это над собой. Недавно мы читали Иисуса Навина. Более дюжины раз Бог говорил Иисусу Навину, «Ты не сможешь выполнить то задание, ради которого я создал тебя, если не будешь силен и мужествен». «Ты должен быть сильным и мужественным, Иисус Навин». Затем он сказал ему, «Ты не можешь пугаться и отчаиваться. Если Бог говорит вам не пугаться, то можете не сомневаться, что впереди будет что-то страшное. Бог не разбрасывается словами. Нам нужна сила и смелость. Я хочу прочитать вам несколько мест Писания. А после этого мы провозгласим нечто вместе. Когда настанет черед провозглашения, я попрошу вас встать». Итак, это Исаия. 54 глава, 17 стих. «Ни одно орудие, сделанное против тебя, не будет успешно. И всякий язык, который будет состязаться с тобою на суде, ты обвинишь. Это есть наследие рабов Господа, оправдание их от меня, говорит Господь». А вот что Бог говорит о нас. «Ни одно оружие, сделанное против нас, не будет успешно». Он не говорил, что против нас не будут делать оружие. Они разрабатывают оружие, думая о вас. Они будут использовать ваши слабости, ваше прошлое, места, в которых зло коснулось вашей жизни. Они возьмут вашу медицинскую карту, найдут слабое место и надавят на него. Они знают вашу духовную историю, знают, что причинило вам боль и страдания. Они создадут оружие против ваших самых уязвимых точек. Это несправедливо, это зло. Бог сказал, ни одно орудие, сделанное против тебя, не будет успешно. Это наследие рабов Господа, это их оправдание от меня. Ответ будет от Бога, а не от нас. Да, я уязвим. Да, это моя история. Да, я пережил это. Да, у меня была эта рана. Но Бог восстановил меня и искупил меня. И это оружие не будет эффективно против меня во имя Иисуса. 90-й Псалом, 7 стих. «Падут подле тебя тысячи и 10 тысяч одесную тебя, но к тебе не приблизиться. Только смотреть будешь очами твоими и видеть возмездие нечестивым». Представьте, как страшно будет увидеть, как тысяча падет с одной стороны и 10 тысяч с другой. Но Бог говорит, не смотри на это, не смотри, ибо ты сказал, Господь, упование мое, Всевышнего избрал ты прибежищем твоим. Не приключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему. Мы должны выбирать, где мы позволяем жить нашим мыслям, где мы позволяем находиться нашему вниманию. Нашим прибежищем должен быть Бог.
Вы не можете жить в мыслях, эмоциях и мечтах среди нечести и думать, что вас защитят. Страх затопит вас, он пробьет вас. Наши мысли, сердца и мечты должны находиться у Всевышнего. Он — наше убежище. Он проводит нас. Наше будущее обеспечивает не экономика, чья-то там честность. Бог обеспечивает наше будущее. Я подготовил для вас провозглашение о Божьей защите. Дам распечатку, но не думал, что будет так темно, но уверен, эти ребята смогут вывести все на экраны. Вместе встанем и провозгласим эти слова над своей жизнью. После этого вы сможете сесть, и мы сделаем одну вещь. Но давайте сделаем это вместе. Я радуюсь в защите всемогущего Бога над моей жизнью. Я слуга Господа. Я нахожу покой в полноте Его силы и заботы. Никакое оружие, сделанное против меня, не будет успешно. Я одержу победу над любым языком, который выступит против меня. Это мое наследие как слуги Господа. Тысячи падут подле меня, но разрушение не поразит меня. Я сделал Всевышнего моим жилищем. Бог — мое убежище и моя безопасность. Со мной не приключится беды или катастрофы. Бог велел своим ангелам присматривать за моей жизнью. Моя жизнь и мое будущее обеспечиваются силой моего Господа и Искупителя. Аминь. Аллилуйя. Хочу дать вам и второе применение. Это еще один вызов, с которым мы сталкиваемся. Это касается надежды и ободрения. Я считаю, что отчаяние и разочарование захватили наш народ, и они пришли не из-за одной причины, а из-за множества. Они поселились среди нас. Каждую неделю мы сталкиваемся с новыми вызовами. Кажется, что обстоятельства не меняются. Мы теряем свободы и привилегии, которые считали гарантированными. Системы и институты, которым мы доверяли, уже не кажутся нам достойными доверия. Есть множество причин, но я хочу, чтобы вы услышали, что Бог говорит нам. Это 33-й Псалом, 19 стих. «Близок Господь к сокрушенным сердцем и смиренных духом спасет». «Много скорбей у праведного, и от всех их избавит его Господь». Какие чудесные обетования! Господь близок к сокрушенным сердцем. Я думал, что когда мое сердце разбито, Бог удаляется от меня, покидает меня. Я думал, что Он разочарован тем, что я не смог устоять в Его силе, не смог провозгласить что-то в Его смелости. В самых трудных местах своей жизни я понимал, что Бог близок ко мне, а когда я подавлен, Он спасает меня. Вопрос не в моей силе, у праведных много скорбей. Но проблемы в вашей жизни не возникают из-за вашего нечестия или зла. Это природа того путешествия, в котором мы участвуем. Господь обещал избавить нас от всего этого. Этого нет в ваших записях, но это есть в Библии, Исаия 61 глава. Там сказано: «Послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение и узникам открытие темницы, проповедовать лето Господне благоприятное и день мщения Бога нашего, утешить всех сетующих». Когда Иисус зашел в синагогу в своем родном Назарете, ему дали свиток Исаии. Он открыл свиток на этом фрагменте и прочитал его людям, с которыми вырос. Он сказал: «Сегодня это Писание исполнилось прямо перед вами». И как они отреагировали? Они разозлились на него. «Кем ты себя считаешь? Ты сын Йосиф. Мы знаем твоих братьев и сестер. Ты даже в команде плохо играл. Кем ты себя считаешь?» Они пытались сбросить его с обрыва. Радостная новость о Царстве Божьем не будет приниматься везде одинаково. Мы должны быть готовы к тому, чтобы проявить настойчивость, даже когда люди недовольны тем, что вы стоите за истину Бога Всемогущего. Вы не должны быть надменны, злы и нахальны, но вы также не должны быть подавлены. Иисус пришел, хлеб жизни, дверь, наш Искупитель, Спаситель, Мессия, Лев из колена Иудина, семя Авраамова.
Большинство отвергло его. У нас есть задание. Мы должны уделить ему внимание. Если мы будем слишком нежными, незаметными, будем легко обижаться, то нас будут угнетать и запугивать. Мы будем разочарованы. Наша задача — стоять, держать Слово Божие, быть светом и солью. Мы не можем впадать в отчаяние и разочарование. И поэтому я подготовил для вас второе провозглашение. Вы хотите встать для него? Мы уже почти закончили. Итак, вот оно. Используйте место на природе. Если вы внутри, то мы хотим слышать вас и снаружи. Я облекаюсь в одежду хвалы и надежды. Остановитесь на минутку. Я хочу, чтобы вы задумались над этим, когда будете провозглашать эти слова. Вы снимете отчаяние, снимете разочарование. Возможно, вы пришли с ними сюда, начали с ними свой день, или они прицепились, когда вы были на работе, или пришли с какими-то обстоятельствами. Но я сниму их и облекусь в одежду хвалы, одежду надежды. Теперь мы можем продолжать и прочитать следующую строчку. Она гласит: «Я выбираю радость Господа в качестве моей силы. Я откладываю дух тяжести и возношу свой голос в хвале Богу живому. Пусть мои глаза будут открыты для обеспечения Божьего, а мои уши внимательны к звуку Его освобождения. Дух Святой, помоги мне. В Тебе я нахожу силу и откровение. Бог восстановил мое разбитое сердце. Он направил мои ноги на путь победы. У меня есть надежда на этот день и сила, чтобы пройти тот путь, который Ты избрал для меня. Пусть народ Божий поднимется в победе. Пусть имя Иисуса будет вознесено по всей земле. Во имя Иисуса. Аминь. Аллилуйя». Вещи, которые меняют нашу жизнь, обычно не приходят от изучения или применения знаний. Мне кажется, что Бог дает нам откровение. Я хотел бы помолиться с вами, чтобы Бог дал вам откровение, которое открыло бы путь к свободе из того места, в котором вы оказались сегодня. Вы можете получить это через изучение или информацию, но Бог даст вам откровение. Давайте помолимся. Боже, Ты Бог мудрости и откровения. Я молюсь, чтобы Ты открыл наши сердца и умы, дабы мы верили Тебе. Помоги нам видеть и понимать наш мир так, чтобы направить свои ноги на путь к свободе, который мы не знали ранее. Во имя Иисуса. Аминь. Смотрите каждую неделю нашу программу с пастором Алленом Джексоном, а также заходите на наш веб-сайт, где вы можете найти прекрасные ресурсы, которые помогут вам подняться на новый уровень вашей христианской жизни. Мы также просим вас подумать о том, чтобы поддержать нас в распространении этого послания по всему миру. Это будет возможно только с вашей помощью. Поэтому подумайте о том, чтобы стать нашим партнером. Спасибо, что вы с нами и что являетесь частью этого служения. До скорой встречи в нашей программе с пастором Алленом Джексоном. Теперь как никогда легко получать новые проповеди от пастора Аллена с нашим новым приложением. Вы можете смотреть ваши любимые передачи, когда и где вам удобно, участвовать в онлайн-служениях. Вы можете слушать записи служений, использовать обучающие инструменты для развития своей духовной жизни. Также вы можете присоединиться к нашему плану чтения Библии. Читайте или слушайте.
Вы можете стать нашим партнером, помогая распространять Евангелие. На любом устройстве просто введите в поиски приложение «Служение Алена Джексона». Ищите наш фирменный значок. Скачайте наше приложение и вдохновляйтесь Словом Господа нашего. Здравствуйте, я пастор Аллен. Хочу коротко обратиться к вам. Мы переживаем период невероятной нестабильности, который, вероятно, начался с вируса и еще не закончился. Недавно на США обрушился снежный шторм, и жизнь миллионов из нас подверглась влиянию погодных явлений. Однако это не в нашей власти. Иисус пришел на эту землю, чтобы показать нам силу Божию. Честно говоря, мы не уделяем этому должного внимания. Мы ходим в церковь, знаем, когда встать, когда сесть, знаем припевы песен, но мы должны научиться молиться. Молиться так, чтобы привлекать силу Божию в нашу жизнь. Я подготовил небольшой и очень полезный инструмент под названием «Сегодня я буду». Здесь есть 30 молитв на каждый день, сопутствующее местописание, рабочий блокнот, куда можно записать ваши молитвы и размышления о том, что происходит в вашей жизни. Мы должны научиться стоять в вере по-новому. Это необходимо и мне, и вам. Вместе мы изменим этот мир ради Царства Божьего. Цели Бога осуществляются, когда Его народ молится. Библия говорит нам молиться непрестанно, но иногда это сложно. За ваше пожертвование мы хотим выслать вам книгу пастора Аллена «Сегодня я буду. 30 дней в молитве». В ней много молитв, стихов из Писания и мест для записей, чтобы изменить вашу жизнь к лучшему. В книге есть блокнот, куда можно записывать ваши собственные молитвы. Также у нас есть кое-что особенное для тех, кто пожертвует $40 или больше. Это набор подставок из черного мрамора и дерева, на которых выгравирована надпись «Бог мой, скала моя», 17-й псалом, 3-й стих. Они будут напоминать вам о Божьей верности каждый раз, когда вы будете их использовать. Вы можете сделать пожертвование на нашем веб-сайте или позвонить по номеру телефона, который указан сейчас на ваших экранах. Теперь как никогда легко получать новые проповеди от пастора Алена с нашим новым приложением. Вы можете смотреть ваши любимые передачи, когда и где вам удобно, участвовать в онлайн-служениях. Вы можете слушать записи служений, использовать обучающие инструменты для развития своей духовной жизни. Также вы можете присоединиться к нашему плану чтения Библии. Читайте или слушайте. Вы можете стать нашим партнером, помогая распространять Евангелие. На любом устройстве просто введите в поиски приложение «Служение Алена Джексона». Ищите наш фирменный значок. Скачайте наше приложение и вдохновляйтесь Словом Господа нашего.